порой годами жду, чтоб посмотреть кино, мне выпал шанс. И вот, с надеждой отдохнуть, я отправляюсь на сеанс. Купил билет, пришел заранее, сижу, смотрю в экран. Сейчас начнется представление, но есть один изъян. Кинотеатр был бы идеальным местом для похода, если б сюда не приходили разношерстные уроды. Вы посмотрите, фильм в разгаре, а вон там один муфлон, в голос, наплевав на всех, базарит, сука, в телефон. Какой-то мудень на сеанс приперся с литрами пивка и регулярно поднимает всех рвануть, чтоб до толчка. Там кто-то чавкает попкорном, тут чипсов шелестит пакет, а тут две курицы базарят. Вы что, не виделись 100 лет? И если да, то нахрена сюда приперлись, не пойму. Триндят, бухают, жрут. А фильм что, нужен мне лишь одному? Ну и конечно же, какой-то тип с билетом в центр зала обязательно припрется на сеанс после начала. Пройдет реклама, все анонсы, предупреждение о пиратстве, начнется фильм, и вот ползет этот упырь. Ну что за гадство? Чтобы пройти к себе на место, он поднимает целый ряд. И мне везет, такие гниды всегда рядышком сидят. Вышеописанное жидкое, вонючее говно безумно бесит и мешает людям посмотреть кино. Не знаю, многим ли такая катавасия знакома, но я решил, с меня довольно. Отныне фильмы только дома.